Более 6500 победителей уже выиграли отличные призы в юбилейном 700-м тираже «Ваше лото» 19 июля 2015 года. Призовой фонд составил более 516 миллионов рублей. Поздравляем победителей! Хороший друг белорусских лотерей, популярнейший артист Иван Вабищевич приехал поздравить нашего победителя. Иван, добрый день. Здрасте. Мы рады, что вы к нам приехали. Всегда пожалуйста. Иван, скажите, а вы бывали в Турции? Да, несколько раз. А вы можете себе представить, что в Турции очень хорошо знают лотерею «Ваше лото»? Ну, я почти даже не сомневаюсь. Дело в том, что счастливчик из Турции Учар Экрем в 681-м тираже выиграл квартиру. Помните, вы в рекламе говорили о том, что мужчины должны дарить... Дарите женщинам квартиры. Да. Как вы считаете, Учар Экрем, он способен на мужской поступок и подарить квартиру мне? Вита, я уверен, что Учар настоящий мужчина, но боюсь, что он гораздо умнее, чем вам хотелось бы. Тогда я предлагаю устроить битву настоящих мужчин. Итак, встречайте, победитель «Ваше лото» Учар Экрем и звезда эстрады дядя Ваня. Ставлю на кон возможность выиграть автомобиль. В нашей игре проигравших нет. А я, в свою очередь, хочу поздравить нашего победителя Учара Экрема и вручить вам подарочный сертификат на новую квартиру от «Ваше лото». «Ваше лото» Чиканевич, чок тешекюр эдерим «Ваше лото». Спасибо большое «Ваше лото». Мой друг Экрем Учар приобрел билет в городе Могилеве. Это была его вторая попытка приобретения билета. То есть, когда он купил первый билет, ничего не выиграл. Вот второй раз была покупка билета, и он выиграл квартиру. «Ваше лото» большое спасибо. Я очень даже. Даже один билет белорусских лотерей способен разбить все преграды на пути к вашему успеху.